Проблема с недобросовестными работодателями, которые оформляют людей на работу без трудовых договоров, на сегодняшний день стоит остро. Фиктивное оформление предполагает намеренное занижение оплаты труда, а часть зарплаты выдается, что называется, в конверте. Это не только нарушение трудового законодательства, но и ущемление прав работников. Большой рост неформальной занятости в России имеет неблагоприятные последствия. Это связано с тем, что не поступают денежные средства ни на счета пенсионных фондов, ни фондов медицинского страхования, и серые и черные зарплаты, они не позволяют пенсионной, в том числе, системе работать в достаточно таком эффективном режиме. Только за год ущерб пенсионной системе в России от так называемой конвертной зарплаты составил порядка 710 миллиардов рублей. От людей поступают массовые жалобы в трудовую инспекцию и прокуратуру о незаконных действиях работодателей. Поэтому по распоряжению Анатолия Пахомова создана межведомственная комиссия, которая будет проводить разъяснительную работу с населением и руководителями предприятий, а также вести проверки по фактам нарушения трудового законодательства.